Серьезно? Я уже была с сорочки в постели. Так, не знаю, нужно назвать песню либо «Горнолыжники» Вобзакова, либо «Горнолыжникам» Вобзакова. «Обзаковская горнолыжная». О! Прекрасное название. И так в соавторстве со мной мама Таня Горская, да? И тетя Лида Королева. И тетя Лида Королева. Она мне подсказала слово «путь», и, между прочим, здесь он очень к месту. Итак, «Обзаковская горнолыжная». Правильно, да? В третьевые. Расстанемся мы, но мы влюблены в маршруты и трассы Обзакова. Нам так повезло, здесь солнце всегда к нам благосклонно и ласково. Работа и дом нас ждет впереди, но мы не боимся, мы обновлены. И как на гребне волшебной волны, на горных вершинах вовлечены в необъяснимый кайфовый, драйвовый, желанный и важный процесс. А в этом процессе горы и лес, повышается скорость, снижается вес, и у всех один интерес. Мы вернемся назад, мы и стар, и млад, каждой встрече опять будет рад. И у всех свой путь и жизненный уклад, но для встреч нет преград. Мы расскажем друг другу при встрече о том, как в своих городах мы живем, посмеемся, поплачем о том и о сём. Мы при встрече частичку себя отдаем, а сегодня мы с вами споем. Спасибо, друзья. Спасибо, друзья. Спасибо, спасибо. Боже мой, почему же мне зрители-то нужны? Так, а сейчас интервью.